Родина современных яблок. Корреспондент BBC Мерседес Хаттон описывает свою поездку в Алматы, во время которой она своими глазами увидела немногие из сохранившихся рощ дикорастущей яблони Сиверса, прародительницы современных яблок. Когда в 1929 году легендарный русский ученый Николай Вавилов впервые определил вид Malus Siversii в качестве предка домашнего яблока Malus Domestica, леса в регионе были густыми, а урожай щедрым. Цитата. «Вокруг города на предгорьях раскинулись бескрайние сады диких яблонь. Своими глазами можно было убедиться, что этот красивейший край был местом рождения культивируемого яблока», писал Вавилов о своем визите в Алматы. Ученый основывал эти слова на своей идее о том, что центры происхождения вида находятся в тех местах, где имеет место самое высокое генетическое разнообразие. Его наблюдение об Алматы как о родине всех домашних яблок с тех пор подтверждено современной генетикой, рассказывает BBC. Из предгорий Заилийского Алатау яблоки распространились по шелковому пути, достигнув Европы и Северной Америки, скрещиваясь с местными дикорастущими деревьями и производя многочисленные сорта современных яблок. Яблоки можно увидеть в Алматы повсюду, пишет Мерседес Хаттон и упоминает как зеленый базар, так и висящие по всему городу билборды, экспонаты Государственного музея искусств имени Костеева и Коктубе. Миру может угрожать серьезный нефтяной кризис уже в начале следующего десятилетия. Об этом предупреждает Международное энергетическое агентство. Подробности в материале Frankfurter Rundschau. По оценке организации, нефтедобыча может значительно сократиться, если нефтяная промышленность не увеличит свои инвестиции в разработку новых источников, а США не будут производить значительно больше нефти путем фрекинга. Без новых инвестиций, передает агентство, мировая нефтедобыча сократится к 2025 году вдвое. При этом суточная добыча, составляющая на настоящий момент около 92 миллионов баррелей, каждый год будет в среднем падать на 6 миллионов, пишет автор публикации Йоахим Вилли. Цитата. «Хватит ли инвестиций в исследование новых месторождений для того, чтобы компенсировать падающие объемы добычи из старых источников и удовлетворить растущий мировой спрос на нефть? Большой вопрос», считает журналист. В начале 2000-х отрасль заметно увеличила свои инвестиции, однако это не привело к открытию новых крупных месторождений. На самом деле объем нефтедобычи из новых источников в последние годы последовательно сокращался. В немецком объединении предприятий нефтеперерабатывающей промышленности, в свою очередь, уверены, что нефти более чем достаточно, и конца нефтяной эпохи не предвидится, передает немецкое издание. Телесериалы меняют наше мироощущение. Об этом в своей недавно вышедшей книге «Сериалы. Мир. Кризис. Женщины» рассуждает писатель и психоаналитик Жерар Вайцман. Журналистка французского издания «Слейт» Марис Эмель пишет, кино способствовало созданию национального мифа, а сериалы, наоборот, интерпретируются как его разрушение. Они становятся той формой, в которую облекается эпоха, история без начала и конца, повторяющаяся в ритме сезонов сериала. Это вопрос формы, а не жанра, считает Вайцман. Цитата. «Жанр сериала не нов, хотя форма его изменилась. Переживаемый современным обществом кризис без названия и границ и является тем источником, из которого возникают сомнения и вопросы. Сериалы обнаруживают наши экзистенциальные тревоги в отношении будущего», говорится в статье. Искать истоки сериалов стоит в популярном литературном жанре романа-фельетона, возникшем в 19 веке, полагает автор статьи. Однако в телесериалах нити повествования многочисленны и не всегда последовательны. Порой они прерываются. В отличие от романа-фельетона, у которого есть центр тяжести, героиня или герой, в современных сериалах действие вращается вокруг многих персонажей, что создает эффект нарушения непрерывности, анализирует журналистка. Издание «Le Temps» пишет об открытии биологов Лозаннского университета. Ученые кафедры экологии и эволюции выяснили, каким образом муравьи могут избегать эпидемий. Несмотря на высокую плотность популяции, частые и тесные контакты между особями, эти социальные насекомые способны обнаружить присутствие паразита и быстро предотвратить распространение болезни. Специалисты разделили 2200 садовых черных муравьев на 20 колоний и снабдили каждого муравья штрих-кодом, позволяющим его идентифицировать. Исследователи заразили отдельно особей патогенными грибками, передающимися при контакте. И это отразилось на поведении всей колонии. Зараженный муравей снижал число перемещений внутри колонии, и то же самое делали здоровые насекомые. Муравьи-няньки передвигали приплод поглубже в гнездо, чтобы он оказался в безопасности. По мнению Лорана Келлера, руководителя исследования, впервые удалось наглядно показать, что животное сообщество способно активно изменять свою организацию, чтобы снизить риск эпидемий.